Преступную группировку, которая занималась поставкой наркотиков из Полтавы и Сум в Харьков, правоохранители разоблачили еще полгода назад. Среди задержанных были два майора милиции. Валентин Бых, он возглавлял линейное отделение милиции на станции Полтава-Киевская, и Ярослав Смелянский. На тот момент он руководил отделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Сумах. Ранее работал в Харьковском ОБНОНе. Именно Смелянский, подозревают в прокуратуре, организовал наркотрафик. У обвиняемых правоохранители тогда изъяли более 20 килограммов маковой соломки, рассекретили и нарколабораторию, обустроенную в одной из харьковских квартир. Консистенция данного вещества просматривается семена мака. Группировка действовала ухищренно. Ни наркотики, ни купюры в руки не брали. Товар передавали через тайники. Это были закладки в подъездах, в местах общественного пользования. Закладывались пакеты с маковой соломки, делали закладки, да, отправлялись смс-сообщения, сообщалось по телефону о месте этих закладки, и человек приходил, забирал и дальше перемещал их в необходимое место для того, чтобы... Тогда же правоохранители объявили в розыск других членов преступной группировки. Сейчас они задержаны. Среди них две женщины, одна родная сестра Смелянского. Всего же в состав группировки входили 7 человек. Правда, в ближайший месяц на скамью подсудимых они не сядут. Накануне Генеральная прокуратура продлила харьковским правоохранителям сроки следствия. Слишком большой объем работы. Очень колоссальный объем проведения экспертиз, связанных с теми записями, аудиозаписями, которые у нас есть. Легализованными материалами оперативно-розыскных дел. По ним проводятся сейчас экспертизы соответствующие. Но кроме того, проводятся другие следственные действия, потому что достаточно большое количество эпизодов преступной деятельности. Закончить расследование прокуратура планирует в конце апреля. За изготовление и сбыт наркотиков членам организованной группировки грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Виктория Лукашова и Нажмут, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».